Когда мы стали разрабатывать план фойе, то, естественно, нужно было вывесить определенные стенды, которые обязательно должны быть. Например, наш микрорайон. И тогда вот я сделала сама вот такую разработку нашего микрорайона, чтобы это не просто был стенд, а обучающий. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. К таким людям можно отнести и Светлану Миляеву. На педагогическом совете в завершении минувшего учебного года было принято решение креативно оформить некоторые помещения начальной школы 6-й гимназии. Придумать дизайн и воплотить его поручили учителю изобразительного искусства. Она с удовольствием приняла это предложение и взялась за дело. Ну, мы решили эту проблему. Сначала убрали все лишнее, а потом уже по эскизу стали делать стенды своими руками. Финансирование все за счет школы. То есть никаких дополнительных средств нам не выделяли. Смотрела в интернете примерные, ну, скажем, оформления разных школ. И уже по примеру попыталась сделать своими руками то, что вы видите сейчас. По словам Светланы Миляевой, одной ей без поддержки коллег было бы сложно. Помогали ей технический персонал гимназии и Катя Алексеева, воспитанница летнего трудового лагеря «Атлант». В 6-й гимназии я выполняла творческую работу, и из-за этого лето пролетело очень быстро и незаметно. И я рада, что ученики, когда придут в школу, увидят эту всю красоту, и им будет комфортно тут учиться. Очень здорово, что в такой работе произошло сплочение коллектива, директора, администрации, потому что мы все шли в одном направлении, все поддерживали друг друга, помогали. И вот такой результат благодаря совместной работе у нас получился. Главное в творческом деле – вдохновение, а когда рядом благодарные люди и поддержка руководства, а главное – тех, для кого это все создается, хочется творить и дарить людям радость. Я пришла за книжками к 1 сентябрю, и мне так очень сильно нравится, что очень красиво раскрашены стены, что вот все надписи такие впечатлительные, яркие, красивые. Ну, в общем, все понравилось. Все разукрашено, светло, радуга. И когда я поднималась по лестнице, увидела самое первое, что здесь часы приклеены и нарисованы. Ну, мне все понравилось и красиво, хочется скорее учиться. Стены и стали еще как будто большие коридоры. Разукрашены, и там еще я видела такие города наклеены. Ну и машинки такие. На реализацию дизайн-проекта учитель изобразительного искусства потратилось все лето. 1 сентября порядка 500 мальчишек и девчонок из начальной школы смогут увидеть эту всю красоту. Ну а пока их ждет сюрприз. Сара Тураева, Султан Зигангиров, «Наши города».